Так, все, из грязи. Сейчас поднимемся в князи. Следующая гонка будет топ-3, гарантирую. Блять, я сейчас что-то разъебу! Майка незаслужен. Добро пожаловать, Майка алкашка. Вот это мой стиль, блять. Кого я нахер обманываю? Одел я. Я понимаешь, мне вообще нельзя такую музыку строить. Мне нельзя слушать такую музыку во время стрима. Ты видишь, какой я раздухаренный. Запомни меня таким сегодня. Потому что пока что я на веселе. Я прям, блять, такой заряженной энергией. Но сейчас я знаю эту энергичность. Я знаю, чем кончится. Кончится тем, что мы сейчас вылетим с трассы, нас выбьют. Или мы, скорее всего, кого-то выбьем, и мы будем где-то в очке ехать опять с грустным лицом. Поэтому надо успокаиваться. Если мы хотим результата, надо успокаиваться. Вот эту веселушку надо убирать. Ой, у нас этот... залетный! Ага, ага, все правильно, Дим, все правильно делаешь. Ой, ты что, блядь? Ты что-то это? Ой, Дим! Это я сделал, видать. Убили мы Фуска. Ёб твою налево. Нормально? Нормально идем. Не, Егор, что-то у тебя с максималкой не так уж и хорошо. Хотя неплохо. Что ты сделал, дурак? Убил его, убил! Дим! Дим, с тобой-то что случилось? Сколько человек умерло за один круг? Все, пиздец. 5 секунд, а вот и кто-то, вот и убийца. Вот и убийца, 5 секунд ему накинули. Ну что, давай посмотрим подарок. Ну, как обычно, сейчас шляпу мне дадут. О, а дайте мне ради прикола машину, я на ней покажу, как надо раздавать. Ёбаный рот этого казино, блядь. Ой, идите-ка вы в очко со своим, блядь, этим казино, а? Ну почему я постоянно получаю самую залупу? Извините, ну а я не знаю, как это сказать по-другому. Ну всегда самое дерьмо, это, блядь, я подбираю. Ну как, блядь? Все, опять это то же самое хуйня. Блядь, рано я сделал ёбаный обзор про этот ДД. Про хуета это, а не руль. Все, блядь, отъебалось. Знакомьтесь, сейчас будем опять вал крутить. Сколько мы проездили после прошлого отключения? Блядь, недельку? Ну вот, сейчас будем, блядь, крутить. Во! Во, блядь! Блядь, он кверх ногами. Стоп, 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 может я его не так засунул? Я его не так засунул, походу. Да, блядь, толпоёб. Чё я тут не погну? Всё нормально. Парь! Блять, руль кверх ногами! Да как да, блять!
О, ой, жадная я мразь! Ой, какой же я жадный, но я это сделал, сука! О, блядь, как же я нас обосрался-то? Я думал, сейчас пиздец мне будет. Когда он обернулся и, ну, видал, ну, крепкий. Не, вот это уважение. Слушай, я даже не поленюсь и сделаю вот такой поклон. Потому что этот парень, блядь, просто был, ну... Я просто похлопаю. Блин, надо под музыку. Блять, сука, без колеса, конечно, херово. Там он нету этого. Шатун, фу, блять, я весь мокрый. Но я там сейчас редко вхожусь в какие-то сложные заказы. Блять, да как так? Да два сапога пары. Ладно бы машина одинаковая была, у него BMW, у меня Audi, какого хера? Нормально, 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 нормально. Давай, ты выгонище, блядь! Ну, пиздец. Минус одна позиция из-за того, что он затупил. Ты чё, прикалываешься, мужик? Ну, пиздец, ещё минус позиция. Ну, они, видишь, там при... Да. Веселый парень, англичанин, я не знаю, кто он, какой национальности. Вот. И он что-то так какой-то... Блядь, я забыл, он какую-то фразу такую сказал прикольную, что... А, что машины не настоящие, а гонка настоящая. Вот, ёбаный дурак. Да это, ну, блядь, это я, вот это я запизделся. Дела идут неплохо, если это можно так сказать, ну. Ой, блядь, да вот теперь хреново, полторы секунды, штраф, еще и развернулся я. Пизду, все, пошли нахуй отсюда. Все, уходим, блядь, я ухожу. Тор, где топор? Не топор, а молот. Так, вы там хоть ничего не видите? Блядь, то есть я сейчас яйца чесал, и вы видели, да? Пиздец, надо бы камеру обрезать. Или ракурс поменять. Надо, наверное, вот так вот сделать. Нам надо заряжаться, блядь, энергией. Slide on a pimp gang with my pinky ring. Опа, желтый флаг. Это Дмитрий! Ой, блядь! А почему так въебалось? И у меня повреждена машина! Передние колеса, движок! Охереть! Найти причину. Все что угодно. Да блядь! Да ну в пизду! Все, заново! Блядь, яйца зачесались. Извините, ну пизду. Блядь, ты урод, блядь! Тебе норм с микротранзакциями играть? Нет, блядь, сейчас закрою игру. Нахуй мне это надо. Здрасте, блин, дожили. Транзакции в игре есть. Охуеть. Вот это да. Это какая-то новость. Сейчас, по-моему, блядь, практически в любой игре есть транзакция. Пиздец, просто пиздец. Да почему он не стал прозрачным? Он выезжал поперек дороги. Сука, да идите нахуй со такой, блядь. Пиздец, блядь, чувак выезжал посреди дороги на поперек. И его не сделал система прозрачным, так и я еще и виноват оказался. Охуеть. Не пошли вы бы в очко. Сейчас, секунду. Ой, блин, я вообще без понятия. Честно, мужик, я понять не имею. У меня в ЕТС опыта как бык поссал. Почему я всегда так говорю? Бык же сыт, наверное, много.
Ну, короче, нет у меня опыта в ЕТС, поэтому я и фусы поставим к валу. И, кстати, мы сейчас сидим в боксах. Я надеюсь, что... Ой, Таня. Подожди, это что за авторский коктейль? Чувствую себя, как будто в каком-то баре, знаешь. Авторский коктейль. Там в середине поворота-то. А вот теперь мы можем его погнать. Блять, а нам надо влево. А ему, наверное, влево не надо! Давай, сделай и. Ты въебал мне? Да-да-да, блядь, хватит так въебывать-то! Где мне от тебя прятаться? Ты какой-то... Блядь, типа опасно. Да ёпта, он вообще дурак! Да как ты дал её, ну нахуй? Ты посмотри, он дурной какой становится, когда выпьет. Так, только не копейки, машину. Заеду сейчас. Ёбаный дурак! Ёб твою! Да блядь, ты серьезно? Это как нахуй? Я б застрял! Блять! Ёбаный салоний! Блять, я хотел как лучше. Ёб твою налево, я просто хотел как лучше! Я не знаю, что случилось. Это пиздец. Я просто хотел извиниться, его не обгонять. Из-за этого я устроил какую-то, блядь, заварушку. Гонка, гонка, я коктейльчик по расписанию. Это да. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Погиб человечек. Погоди, он еще в строю? Ну, блядь, молодец, выехал. Давай, мне еще, может, штраф дадут. Блять, реально, ты прикинь. Да пошел он нахуй, блять. Ну, заебало. Почему эта система меня дрочит? Да ёб твою налево, но он вылетел за пределы трека. Да почему мне дают секунду штрафа? Объясните эту хуйню. Ну это, блять, я понимаю, в сложных моментах, блять, штрафуют. Но не в таких элементарных вещах-то. Ну, блять, Казунори, ёб твою мать. Налево, ты чё там, блядь, делал? Обновление, блядь, строил эти мостики свои, ебливые. Ну что это, блядь? Ну какой раз, блядь? Этот ебанёт 4 секунды, этот вылетел, блядь, по прямой, в тебя въехал, ищи. Ну ладно, ну просто всё, блядь, гонка всрата. Я при всем желании сейчас хуй чё тут кого догоню. Фаланга, блядь, разорвана. Ой, кончилось! Толкай, толкай, кончилось! Кончилось топливо! Еее! Топливо на нуле! У, блядь! Так, сколько у нас... Так, Дима пока не рискует атаковать. Нам надо разобраться с Поляком. Разобрались. Смотрите, сейчас 2 миллиона что кредитов. Происходит? Слитки золота сюда, быстро. Сколько это, блядь, денег?
А где 2 миллиона? Наебал меня, Кирюш? Где 2 миллиона? Блять, кто не верил в меня, а? Кто в меня, сука, не верил? Просто одну ножку, другую ножку. И все. Все, я загоняю эту хуйню, блять, в боксерский. Ребята, Дима, Фуса, извините, я, блять, в боксы. Я верю в невероятный камбэк. Double kill! Все. Давай! Ну, чё-то не достает у него! О! О, блядь, тихо-тихо-тихо! Ну ладно, была не была. Да, я не думаю, что это... Тут все мирно, видишь, здесь эти бегают, как его, козочки. Я не думаю, что тут враги. Враги будут дальше, наверное. Да? Можешь поговорить с ним? Ой, блядь! Это не добряк! Это не добряк! Сука, я поговорить с тобой хотел! Да иди ты нахуй! Да это что, блядь? Да это как? Это, блядь, не по зубам? Какой-то страж дерева, блядь. Овца, убегай! Да, блядь! Нет, 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 у меня нет еще коня. Но первый поворот мне никогда не нравился в Интерлагосе. Да блядь, скид твой рот! Ебаная трасса бесит меня! Блин, хер догонишь. И лево przez dużą hopę 86, prawy długi przez... Этого нельзя было избежать. Я просто увидел, знаешь... Чем мне нравится ралли и Финляндия, то что в некоторые моменты происходит такая вещь, когда ты понимаешь, что все, пиздец. Вот, то есть, вот какой-то, ну, ты поднялся вверх, и ты видишь дерево, в которое ты летишь, и ты понимаешь, что ты ничего уже не сделаешь. Надо, блядь, конфликтовать. Просто, а то иначе им скучно живется. Ах ты мразь. Ну вот, вот они как бы и... классно, ребят. Вот, кстати говоря, мы являемся свидетелями русского флага. Вот так нас любят. И мне еще дали 4 секунды штрафа. И, наверное, рейтинг безопасности у меня будет плохой. Первое, второе, третье, четвертое. Вот она, русская мощь. Фу, я, бля, извините, я просто боялся обосраться. Я постарался минимизировать все потери. Так ты ему начал в повороте траекторию закрывать, места не оставил. Да иди ты нахер, Луксар, иди ты нахер, блядь. Схуя ли я ему должен что-то оставлять, блядь? Я буду каждому оставлять, кто за километр за меня едет. Там что-то, блядь, было в районе полкорпуса. Ты хоть знаешь, как это работает, мужик? Я обязан оставлять место только тому человеку, у которого полкорпуса сзади меня. Ладно, хорошо, если хотя бы что-то торчит. Но никогда, блядь, он там 3 корпуса, блядь, позади. Ебать, я буду теперь в зеркало смотреть. Не дай бог, кто тут сзади. Я буду всем оставлять место. Последний круг. Надо аккуратненько как-то обогнать, но не давать, не мешать им бороться. А наоборот, сделать, знаете что? Котировочку вот такую. Мы сейчас его пустим там набедокурить. Смотри. Я не буду обгонять его. Я его ускоряю. Ускоряю для того, чтобы он пошел и уничтожил поляка. Да, это звучит немножко грязно, но это, блин, мышление победителя. А мы ждем, пока он его уничтожит. Вот, видишь, погнал. А тот защищается грубо. Вот, вот, вот. Вот. Тактика.
Головой надо думать, ребята, головой. А не только, блядь, на педальки жать. Учитесь, как это делается. Нет, 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 сзади. Сзади. Ну и кто ты после этого? Я как Санта-Клаус, попадаю в твой хаос. И нас уже заждался мой пурпурный бравос. Пурпурный бравос. Да, речитатив кладет нормально поля, кстати. Zacisk i dwa lewy nie tnij, bardzo długi otwiera. To dwa prawy zacisk,